20 декабря сегодня, и вот какой результат. Огурчики поперли в рост, уже, наверное, больше 10 сантиметров, вот если вот с рукой сравнить примерно. Наконец-то прочухались вчера помидоры, вот, и уже вот так вот выглядит. Так, здесь у нас салат, и наконец-то начала просыпаться петрушка первая. Вот видите, первые зеленые саженцы. Так, лук пока что все еще стоит, тут вот подоборвали. И что-то он никак не хочет. То есть лук у нас пока что отстает. Самый рекордсмен — это у нас огурчики, конечно. Вообще красота просто. Итак, всем привет. Сегодня среда, 27 декабря. Вот такие результаты у нас на данный момент. Лук, короче, так и не вышел. Он стоит в соседней комнате. По какой-то причине он не выходит, и все. Так, это у нас салат. Он что-то превратился вот в такое. То есть половина саженцев просто упала и сгнила. Некоторые все еще растут. То есть салат из первых стал отстающим. Огурцы прямо прут буквально. Думаю, сегодня будем пересаживать их. Купил такое. Лотки, короче, такие. Так, это у нас петрушка, по-моему. Вот, она уже растет неплохо. И помидоры. Выглядит вот так. Так, приехала у нас тут посылочка с землей и таким горшком. Их два. Так, горшки выглядят вот так. Короче, размером 40 сантиметров они. Так, ну-ка. Такие. Ящик балконный 40 сантиметров. В общем, что-то где-то 7 литров, что ли, влезает в него. Да, где-то около того. Так что решил земельки сразу взять. В общем, сюда огурцы посадим, а туда помидоры, скорее всего. Вот. Салаты мы трогать не будем. Так что приступаем.
друзья, промежуточный этап, огурчики посажены. В общем, пролил как следует все это водой, грунт оказался достаточно суховат. И теперь выглядит это все вот так вот. Ставим это и будем пересаживать то же самое. Здесь я грунт уже предварительно полил водой холодной. И продолжаем. Так, вот что у нас получилось. Тут помидоры. Здесь огурцы. И вот так земля осталась для цветов. В общем, вот такой результат. Практически два мешка ушло. Так, вот такой результат у нас получился. Посадил, обильно полил. Такие горшки 40 сантиметров и на сколько-то. Так, здесь тоже надо будет полить, потому что что-то оно стало немножко подсушиваться. Друзья, чтобы следить за продолжением эксперимента, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ваш опыт. Все, до скорых встреч, удачи всем и пока!